считаю, что подобная процедура выборов депутатов местного самоуправления наиболее взвешенная и правильная. Именно депутат, избранный от конкретного округа, несет персональную ответственность за те обещания, те наказы, которые он получил, тем самым не размывая ответственность. Глава города отметил, что сегодня у Думы нет больших противоречий с главой администрации Перми. В числе главных достижений уходящего года Игорь Сапко назвал формирование открытой и понятной горожанам власти. Есть в этом и заслуга пишущей и снимающей братьи. Мне хочется поздравить вас с Новым годом. Пусть все неудачи, неуспехи, проблемные статьи, материалы, неподтвержденные документами, бумагами, останутся в прошлом, чтобы был профессиональный рост, чтобы появлялись интересные, горячие темы для обсуждения, чтобы наш диалог в следующем году был еще более продуктивным и содержательным.